Иди в дом, сын. Все будет иначе, раз она... Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну, давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Выходи! Ни к чему теперь прятаться! Я про тебя все теперь знаю! Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты! Сын, лезь в подпол. Живо! Ты же запретил туда лазить. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь. Просто ответь мне на вопрос. И обойдемся без кровопролитий. Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот сам. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря.
пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Я предупреждал. Наконец-то! Ты не послушал. Нет. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь... Какое жестокое разочарование! Давай же! Бесполезно! То, что я хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Дел за живое, да? Кого ты прячешь? Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что? Еще разок. Слишком много слов. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Кто там? Кого ты от меня прячешь?
прячешь! Сейчас узнаю! Скоро выдохнешься. Но прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Видел, ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А, ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Давай! Я не чувствую! Победить!
Я-то надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. Это был. Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Тебя. Но оставаться тут нельзя. Сын. Вы там как? Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Гора. Путь будет долгим. Да, но он очень важен. Ого. Что тут случилось? Хотел. Ты же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Ты мог умереть. Не оставляй меня одного, ладно? Ладно. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери.
Они пища. Драугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Есть! Сын. Да. Там висит ведро. Наверное, для приношений. Мама говорила, кто поклоняется Одину, кладет в ведро приношение и вешает повыше от воров. Оно старое. Глупо. Что глупо? Поклоняться богам? Богам плевать на мир. Люди не должны поклоняться монстрам. Стоп! А как же ты переберешься? Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Смотри, раньше весь наш лес защищала полоса деревьев, но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю.
Идем. Не оглядывайся. Сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Они нас не видят. Стрелять? Жди команды. Нападать будем? Чего мы ждем? Снова Драугры! Я помог? Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Наверху! Сын. Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня. Языкам, которые знала. Они вроде как родственны. Поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых.
что-то еще? Стреляй медленнее. За скорость платишь меткостью. Понял. Эй, кажется, там сундук. Как ты это сделал? Кажется, здесь можно пройти. Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Видишь? Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Они оглушены! Их все больше! Последний. Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя.
Посмотри. Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Смотри, наверху! Кто-то ломится сюда! Кто-то ломает стену! Смотри, там наверху проход. Вон там. Смотри, проход. Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Вельва, никогда не думал, что увижу. Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю.
что это там наверху? Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискует. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Атрей, сюда! Да, отец! Yeah.
Посмотри-ка. Сын, здесь еще один. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Сын, сюда. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Так вот, как сюда спускаться. Стой! А не могут они передвигаться стаями? Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось. Ugh.
Ого! С топором не угонишься! Но не для твоих стрел! Стреляй! Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопасней там? Не тронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать. Понемножечку. Сражаться я буду один. Мальчик!
закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Все кончено. Давай уйдем. Тогда соберись. Надо искать выход. Это цепь. Опусти цепь. Ладно. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Oh.
Чего застряла-то? Заберись! Пошла! Чего застряла-то? Шевелись! Пошла! Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спрашивала.